Всем привет, друзья! Вы попали в этот топовый выпуск не случайно. Вы знаете, что здесь топовый контент. И поэтому прямо сейчас зайдите туда в описание и поставьте мне лайк авансом. Потому что выпуск будет максимально топовый, как всегда. Вам понравится. Сегодня мы будем брать, так сказать, реакции на форму, да? Там очень много девчонок красивых в этом выпуске будет. А также будет чувак из Куклукс-клана. Свастикой, короче, на лбу, там, писец, рассказал все, я у него все выпросил, он мне все рассказал. Короче, смотрите до конца, не забудьте поставить лайк, подписаться на мой инстаграм, обязательно, да? Начинаем. Слушай, заценишь форму? О, чего, форму шара? Срань господня. Блин, вот ты крут, нет, ты реально крут. Спасибо. Но Шварценеггера тебе, конечно, еще далеко, но реально крут. Прикольно? Да. Слушай, а так что делал ботан-ботан, да? Красавчик. Ботан-ботан. Оказался качком, да? Ём. Давай ты еще раз. Покажи. Ё. Все. Нормально. Топово. Спасибо. Еба. Оценишь мою форму, я качок, короче. Да, валяй. А ну давай. А, ну да, какой красавчик. Круто. Нормально? Охуительно. Спасибо. Качался 12 лет для вас. Да. Зацените? О, какой няшка. А так. Но ты выглядишь охуенно. Показать вам битки. Битки? Ну покажи битки. Я для вас качался 12 лет. Угу. Неплохо, неплохо. Оценишь мои огромные банки, качал 12 лет. Ну-ка давай. Нихуя себе. Ебать. Хочешь форму покажу свою тебе? Нет. Почему? Потому что? Член не буду показывать, честно, только форму. Ну окей. Чё, привет, как? Нормальная форма? Угу. Видишь, не обманул. А ты думала, член, да, покажу? Угу. Чего ты так? Я тебя знаю. А, блин. А я-то думал, ты удивилась, что я такой дрыщ. Нет, ты не дрыщ. А я такой хотел, просто отъезжаешь такой. Да, хорошо. Нормально, да? Да. Неплохо, спасибо. Не, ну я же сказал, верю, хорошее тело, мне нравится. А член как-нибудь потом покажу, ладно? Не сегодня. Хотя ты тут насмотришься еще, их тут много, прям мужей столько давят, это писец. Тут весь лес передавили уже, я тебе отвечаю. Тут мужики просто их берут руками вот так и давят их. Они просто умирают. Мне их жалко. Умирают от кислородного голодания. Артур крутой чувак. Вот. Он блогер, не качок, не путайте. Да. Качок во вторую смену. Во вторую смену. Поэтому не мочите его на улице, все хорошо. Пацан, все, спасибо. Пацан, меня зовут Андрей, если что, передай, что Андрея убить. Вот вообще ни одного Андрея не надо трогать. Андреев не бейте, пацаны. Да, Андрей крутые чуваки. Да. Литва, ты русская или не русская? Ни почему, ни потому. Ни почему, ни потому. Ни почему, ни потому. Блин, английский знаешь? Do you speak English? Литовский. А, только литовский? Я. Yeah. Да? Блин, плохо. А ты красивая. Спасибо. Тебе сколько лет? Мне 18. 18. А как думаешь, сколько мне? Мне 19. 19? Серьезно? Ну, 18. Хочешь узнать правду? Сколько? 26. Ну, я тебе 19 могу дать. Ну, я понял уже. Блин, зацени форму, кстати. Я очень боялась, что ты сейчас покажешь ниже, слава член, богу. Член, да? Все боятся, что я член им покажу, а я форму показываю. Так сколько тебе лет? 26. Что? Ну, мне не видно. Бля, пиздата. Все военные. Смотри. Я как военную. А? Я как военную. Пиздата. Я весил 96 буквально 2 месяца назад, сейчас вешу 81,5. Поэтому не будем говорить о моем физическом состоянии, потому что до зала мне еще худеть 7 кг. Почему ты в зал не ходишь? Потому что сейчас, пока я сгоняю лишнюю влагу и жир посредством питания, да?
нагрузки организма водой. Да, я смыву, вымываю пока лишнее. А, ну ты кушаешь правильно, да? Мало кушаешь, да, и воду, да, пьешь, да? Да, да. Да, и помогает. Да. Чуть больше. Расскажи немножко, как ты питаешься вообще, что ты кушаешь? Все. Просто по чуть-чуть. А жир ешь? Жирную еду? Ну, я не люблю просто жирную еду. Но в основном какая еда присутствует у тебя, преобладает? Белковая. По-русски говорите? Нет. Я его не понимаю. Ты такая женщина по-русски. А говорили вы по-русски, я бы вас склеил. English? Как ты думаешь, я стероиды принимаю? Нет, какие стероиды? Ну, вот, пацаны. Ну, может быть, протеин, креатин. Но это не стероиды. Стероиды это не... Это не стероиды. Как думаешь, у кого банки больше, у тебя или у меня? Пошел ты нахуй. Почему? Хуй сосешь, иди нахуй отсюда, бля. Почему? Нашел прямо такие вопросы задавать. Иди нахуй. Мы здесь пиво пьем, ты такой вопрос задаешь. Смотри, смотри, я не про член спросил, а про бицепсы. Бицепсы у кого больше, как думаешь? Бицепсы. Абсолютно не интересно твой вопрос нам, блядь, и нахуй отсюда. Брат, брат, бицепсы у кого больше, у тебя или у меня? Вот, хуй сосешь, вот, вот, вот. Сосешь? Нет. Пошел ты нахуй тогда. Я ж не пидор, а че, а ты пидор, да? Иди нахуй, ты мне, твой разговор нам не интересен, короче, давай, найди себе другой пидора, бля, с ним базар. Где подожди, там, подожди, я тебе конкретный вопрос задаю. Ты гей? Пошел ты нахуй, бля, а сука. Чего? Смотри, сзади, сзади тебя друг пристроился. Ты гей? Чё? Хуй чё, бля. Покажи нахуй, спину, сука. Покажи. Чё показать? Какой спина, ты размер? Спина, размер? Да. Я тебе могу битку показать. Здорово. А 2 евро нету? 2 евро есть. Ну дай мне песню спою. Давай, спой. Сейчас спою, девчоночка. Он не любит тебя нисколечко, у него таки сколько хочешь. А чего же ты твердишь, девчоночка? Он хороший, ты не знаешь его ни капельки. Будет поздно, когда заднуешь. Только с виду он мальчик, паинька. Никакой он не хороший. Нихуя ты, блядь, Коколов, я тебе отвечаю. Ну-ка покажи еще раз. Смотри, Коколов, нахуй. Ебанутый! Ты что делаешь? Угомонись, все, хватит, достаточно. Секси. А если вот так? Вообще. Прям секс-бомба. Прям вообще. Артур Пирожков отдыхает. Да. Да. Ты чё, голый? А я всем показываю свои пре... Ты как Иван Гай, который сидел вот так вот, а потом встал, а он дрищавый, Иван. А, ну ладно, извини. Ого! Охуеть ты, не, извини. Это там рисунок на самом деле. Нет, это его. Нихуя ты, пиздатый. Охуеть, я в тебе пузо показала просто. Да, не все такие идеальные. А ты чем занимаешься? Дрочу просто. Дрочу просто на вас. Дай чат рулетка, накачался. А где ты живешь? В Эстонии. Я в первой жизни вижу такого нормального мужика, который не дрочит, как ты. Ну да, я не дрочу. У меня просто битки огромные. О, нифига себе. Да. Ты сколько занимаешься? 12 лет. Ни хрена, у тебя шея, слышь, как у меня. Шикарный долг. У тебя шея, как у меня, длинная. Только у тебя банки не такие, как у меня. Нихуя, красавчик. Ясно, под яйцо с сестрой колет, блядь, не стоит. Мне все такие львы. А че у тебя такая шея длинная? Она длиннее, чем у меня, брат. Сколько сантиметров? На короткая. Не-не, у него, у белого, писец там. Бля, чувак, а чё ты, какая у тебя тренировка? На пиво. Да хорошо. Не, красиво, красиво тренируешься. Поэтому, когда тебе будет 26, ты будешь такой же красивый, как я. Но ты и так красивая, как я почти, но не настолько, потому что у тебя банок нет. Тебе нужна офигенная попка, и будешь вообще пушка. О, ну смотри, что-то там виднеется немножечко. В зал ходишь? Нет.
Нет, блин, надо в зал ходить. Попу просто качаешь, и чтобы целлюлита не было. Этого достаточно, понимаешь? И все. Долго стоит до конца не поднимет. Не опускайся. Ну все, красавчик. Бам! На фаре бьёт. Оу, шит. Оу, шит. I like. Yeah, thank you. Ну, опа, наконец-то нормальный контент подойдет. Ну, хуя. А что ты делал? Как понять? Как ты накачался? Гантелями, гантелями. Вот так сидишь и вот так. Ты без добавок или... Да, конечно, без добавок. В натураху. А это у тебя татуха, да, на лбу? Да. Серьезно? Да. А тебя ж на работу никуда не возьмут. Так мне не нужно работать. А я чем? В клоус-клане состою. А это что такое? KKK-клан. Что это такое, расскажи. Зачем мне тебе об этом рассказывать? Ты сам знаешь, что это такое. Я не знаю, что такое, реально. Ну, ты хочешь поёрничать, по-моему. Не-не, я слышал, что это такое, но, типа, не знаю, честно. Ну, а что там делают в этом клане? Ну, конкретно я какую уровень? Да. Ну, я закладчик, получается, я наркотики продаю. А, и на этом, типа, зарабатываешь? Да. А, нифига себе. И нормально? Да, у нас свой шоп есть на гидроване. Это черный маркет, типа? Да. Как это называется? Нет, какая-то была? Даркнет. Даркнет. Я в этом не шарю, братан, вообще. А там типа доставляют, да, как-то типа заначки, ну, там да, куда-то. В качестве закладок. Да, закладки. И ты типа разносишь эти закладки? Я фасую. А, ты фасуешь, а разносит кто-то другой? Да. А кого-нибудь сажали из ваших за это? Конечно же. Серьезно? Блин, опасно, да? От 8 и, блядь, до пожизненного. От 8 лет? Ну, плачика пожизненно не сажают, конечно, да, а так вообще минимально сколько-то 8. Писец, там зарплаты лютые должны быть, да? Да, зарплаты лютые, да. А может, сколько платят, вот, я не знаю, месяц, сколько можно заработать? Ну, если хорошо трудишься, за 2 месяца 1 000 000 рублей можно заработать. Нихера себе. Если прям ты каждый день, то есть, работаешь, если сам не употребляешь, соответственно. А шанс, как бы, сесть велик? Ну, если ты не дурак, тогда... Нет, а если дурак... А не дурак, это что подразумевается? Как ты угадаешь, может, на тебя уже там, ну, наводка есть, и тебя ждут менты? Ну да, здесь удача тоже решается. Ну вот, видишь, блин. Ну, а все равно, типа, знаешь, многие платчики, они как бы сами употребляют еще. А, серьезно? Ведь поэтому они уходят на работу, они вот такие, блядь, считаются. А, блин. Ну, то есть, это не очень, да, хорошее дело, типа? Ну, можно сесть спокойно. Спокойно, ну, вообще. Я не знаю, как в Эстонии, но в России... Но в Эстонии у нас такого вроде... Нет, я думаю, такое есть, я просто не употребляю, я спортсмен, поэтому... Я в этом не шарю вообще. Да, я тоже не употребляю, но... просто, типа, это работа. А зачем тебе вот эта фигня? Ну, это секта, потому что наша. А, да? Типа знак? Символ, да. У вас у всех такое? Ну, нет. Не у всех. А почему ты набил? Ну, потому что я член, но именно старый член. А, ты старый член. Ну да, глупо звучит, конечно. Да, но ты типа один из главных, да, в секте? Ну, не главных, так, но, ну, в среднем. А главные сколько зарабатывают у вас? Главные они, да, я ебу. Не знаю? Не рассказываю, нет. Ну, я думаю, а у тебя сколько, какой доход, интересно, в месяц? Ну, вот здесь лучше умолчать. Не, ну интересно, примерно. Меньше 1 000 000? Меньше. Да? Блин. Стой, подожди, стой. Ты типа, подожди, ты знаешь, на кого похож, если это не ты, короче? Этот, который понял, ботаник, потом понял, такой раз в качка превращается, понял? Это не я. Блядь, ну, хуёво. Блядь, ну, это ты, сука, ты отвечай, это ты. Ты вот так вот, бля, буду, ты сидел вот так вот, понял? Ответь, бля, буду, ты меня не наебёшь, я тебе серьёзно говорю. Ты, вот серьёзно. За чё Томску, братишка, привет, передай. Да, что, Томску, салам, передай такой плотный. Томску, привет, братва. Я просто всем банки показываю, все тёлки текут. Ты можешь сейчас 120 человек? Ты потекла? Немножко потекла? А с ним разговаривай. Покажи, да похуй. Тебя больше 120 человек? Да подожди, покажи. Она потекла уже в тот раз. В этот раз уже не течет, она потекла. Она никуда не течет, уже заебала. Банку? Не, ну смотри, смотри, смотри. Сейчас, сейчас, сейчас. Тики. Сейчас. Блядь. Полы мыть придется. Полы мыть придется, ребят.
Ну что, братишки, я надеюсь, этот выпуск вам максимально понравился, поэтому, если вы не поставили еще лайк, то обязательно влепите его сейчас. Подпишитесь на мою инсту и ждите следующего ролика. И также можете подписаться на мой второй канал, где я провожу стримы. Там вот это все прям в прямом эфире происходит. И на инстаграм подпишитесь, потому что я там сообщаю о дальнейших стримах. Поэтому, ребята, спасибо за внимание еще раз. Ставим лайки, подписываемся на канал. На меня везде подписываемся, ссылочки в описании. И увидимся в следующем выпуске.